потёрки. Ну ты пидор. Один в воде с трубой. Все, там один вылезает. Родж, убил. Родж. Очень битые пятерки просто в щи. На арбалете. Спаку, у тебя когда-нибудь девушка была? Пятерки, оба. Один на арбалете. У меня уже сын рождается, а тебе не стыдно, блядь? 35 лет. Блядь, я бы тебе дал шары. Ёбаный ты, блядь, как тебя назвать? Школьник. Иван, блядь, ты в какой глуши сидишь? Я знаю, где ты сидишь. Подземелье, блядь, не может себе микрофон настроить. Компухтеры чинит людям, а себе не может звук сделать нормально. Это пиздец. Потому что злая калибал. Да. Ты даже когда вот так говоришь, тебя оба в пятерке, так, сука, там второй еще слева обходить. Микрофон, походу, с Алиэкспресса какой-то. С коронавирусом. Не, здесь зачем микрофон? Здесь работать надо, я сижу, блядь, с вами. Я хуй его знает. Вот у меня был самый говёный микрофон, петличка, за 80 рублей я покупал. Никогда у меня такой проблемы не было, чтобы вот настолько был хуёвый звук. Ты чего? Ну, у меня просто так... респам гоняю. Хуёвый, очень хуёвый. Вот, ребята, подтвердите, кто тут по-русски говорит. Балабабу этот. Балабабу. Бабуин. Балабабу. Да хуёво его слышно, ну у меня же уши, правда? Да Феникс просто ну. Да, правда. Леви. Which one is he here? Poorly or quiet? Кто? На воде двое. Do you hear Ivan? Я тебя слышу. Вот именно. Даже Леви говорит, что меня слышно лучше, чем тебя, педрило, Иван. Вот он так и сказал, я... Это он сказал, я не хотел оскорблять. Спаси мой хуй. Вот. Понял, блядь. Это он тебе, блядь. Давай, спаси. Один арбалет, все равно зарядка. Ой. Блин, что, надо теперь отметить рождение ребенка, походу, ну, если он родится. Я в тебе. Ты уже родил, что ли? В процессе, он пока не хочет влезать. Но с минуты на минуту. Если я раньше говорил с минуты на минуту, это было субъективно, то сейчас в роддоме лежит и все такое. Иван, братан. Леви, братан. Я прям если узнаю, то напишу сразу вес и пол ребенка в чат. Ну пол вы известите, а вес еще нет. Мой хуй есть твой. Оба сейчас не болеть. Леви. Да. Май. Child блять, in the born Levy. Process, you know? Right Levy, now, yeah. My Levi, say in Russian, listen to me. In Russia. Say in Russia. Listen to me. I'll tell you something. Say something, Matt. Which is your first language, Levi? I don't even understand. Where are you from? Ну пиздец, что это за хуйня? Я из России, я Россия. Россия, мой народ. Я пятерка. О май гад. You're brainless. Yes. Are you dumb? You stupid. Ты в Инстаграм не видел вообще. I live in Germany, and my parents are from Poland. Где на арбалете? Чё это там? Трам-пам-пам? Ты мне свой скинь тогда. Ты понял? Ты не сможешь посмотреть на Леви. And my boyfriend Phoenix is from Russia. Я пятерка. You're my... Pretty girl, Levi. Oh yes. And you're good. Oh.
он что, правда сказал, что у него парень здесь? Я что-то не понял. Или мне показалось? Ну, шутки такие, мы типа геи. Ну вот Спак на самом деле гей. А, это он про тебя, шуток. Что ли? Ну да, он сказал, что любит меня. А кто беременный тогда? Шайнинг Сити, вон снимайте. Иван, ну ты тупой, конечно, пиздец. Я-то думал, у тебя девушка, а ты слепишь, что ли? А, под вот она. Да, братан. Сметанка say you gay? Only for Phoenix. Ah, only for Phoenix. Because he's very hot. Ah, yes. Yes, we saw my Instagram photos. Не знаю, надо зарядки играть. Какой-то хуйней занимаемся. You raised me before, that's true. Очень битый, ну все. I lost this Instagram link for your photos. Send please in chat. So nice. Hot photos there. I had the boner. Один зеленый проходит. Сар 2. Опа, на арбалете. Oh, this Polish hard to type this shit. Yes. Yeah, but my real name is Christopher. Внизу, сзади. Christopher. Do you know wizard? He is Marcin Christovich. В воде. No. He's from Poland. He's his father. Do you know Half-Life 2 that much? A player with nickname Wizard. Old player. Yeah. I played with him often. Do you know him in real life? Yeah, he is Magnum зеленый. Not in real life. I played with him often, but he is a little bit ugly. Тёрки. Yes, like you. No, I am funny. And he's ugly. you're funny only for me. Yeah. Как вы друг друга понимаете? Держи зарядку, ты это. Вокруг нее туси и все. Иван is disappeared. He really disappeared from how we understand each other. Because we have a relationship, connection between us. That's true. It's connection between us. It's mental connection. Mental connection from Levi to me and from me to Levi. Сейчас мочки будет. Yeah? No. Yes. Я и ты. Forever. Очень битый на спаме, после граната, в компы идет. Киргизы кмен? Чё, блядь? Да, я Кшишек кмен. Юг киргиз? Блядь, ну что это за пиздец? Я умираю в воздухе от шара. Моя пейдж. Компах. Моя профиля. Oh, Liv, you Russian, so funny, but you need to learn deeper, you know? You need to learn Russian like a boss. Oh, thanks. Я РПГ пошел. Oh, Бабу-ба, блядь, кто такой Бабу-ба, блядь? Ты же давно играешь, ну хули ты кто, блядь, вообще, блядь, хуй пойми, блядь, Бабу-ба, ёбаный, откуда ты взялся? Леви, I subscribe зарядки. О, thanks. Иван там, Иван. In Russian, Иван. Ничего вообще, можно, ну, как блять, это?
Вроде он не так хуёво играет, да? Можно научиться за месяц, наверное? Это совсем другой комьюнити, я вот нихуя не понимаю. Потому что я начал играть в 2007 году. Ты понимаешь, это ты не родился 100% Баобаб, блядь. 2007 год, понимаешь? Апрель. Это ровно сколько лет назад, блядь? Ну-ка посчитайте, ребята. Я не умею. 14 лет? Даже не. Кому? 2007 год, когда был? 7 лет назад? В 2007 году. Сколько лет прошло, я не помню уже. Я не умею считать. 14 лет прошло? Егор! 13? Нихуя не знаю. How old are you? How high? Ты понимаешь, что тут люди, блядь, играют по 14 лет. Не, вот Спак, например. Где этот ебаный Спак пидор? Вообще вот он, родился, сидит. Наверное, и тоже и сразу в халфу. Спак играет с 2006 года. Я это забрал. Когда я это учился играть, был только один форум, где были нубские инструкции, то есть все прыгали на скриптах. I don't know, maybe. What you about? Maybe shut up while attacking. Бля. Awesome tiger. Блять, он не умирает от ракеты. Короче, один форум уебанский. Все учились играть на скриптах. И. Ну еб, очень битый стрелой один в воде. Не было. Это ж я захотел, блядь, Луди. Сделать нормальные гайды. Раньше давай гайды были только на английском языке. Ой, и была идея, с кем, типа, с взять сделать нормальные гайды. Потому не что знаете? Раньше гайды были такие уебанские. Какой-то нуб мясной создал гайд. Fuck you. Блять! А, он просто сам. Сейчас, все, мне нужно. Сильный всегда выживет. Убитый, добей его! Я, походу, не того убил. Леви! Да, братан. Я за РПГ. Do you stay home, I hope? Бля, жалко здесь переводчика нет. Прикольная хуйня. What do you think? Play out there from the street. You live on the street? I play out there from the street. It's not normal. Like a trash can? Yeah. With jacket. Jacket? On the trash can. Naked. Надо быстрее РПГ брать, я пошёл РПГ. You homeless? А чё Спак-то молчит? Он же обычно любитель поговорить. Или он спит? Потому что он пидор. Спак сосак, говорит, блять. РПГ валяется на дробовике. Ну пишите ему, чтобы что-то сказал. Такие разговоры пропускает, и не забыть. Забрал. Он за обязательно слово ставил свое тупое. Феникс говорит, что он сосак. На центре. Срак, скорее. Не забрал, на арбалете. Смотри, появился. Блять, Вуди, а ты как мой ум измерил? Выйди, блядь, убей его! Ой, пиздец. Пиздец! Заебал ту игру, блядь! Ты? Потому что ты говоришь, можно сделать вывод, что ты ростовская быдлотня, блядь, которая любит всякую хуйню. Который обижается, блядь, постоянно. Никс, а ты много нет. Наркотиков принимаешь? Ой, блядь! Перед цитам я ебнул сегодня две таблетки. Да это разве? Я не хочу жить! Сука. Просто так плющить должно от чего-то по-любому. Очень битый, очень битый. Шариком убил.
смотри, тюн лучше тебя играет. Феникс. Не уходи. Чё, блядь? Здесь, ты ещё жив? Ты чё, охуел? Чем тебя Спак накормил? Признавайся. Я думаю, что Спак сам живет за счет чьей-то бабушки. Ой, блядь! Вот спросите Спак. Вот я ебал, я знал, что не надо соглашаться на эту хуйню, блядь. Я буду просто сам. Хорошо, ты знаешь свою слабую сторону теперь. Чё, работать, Феникс, работать. Ну, 75. Какой я ебал, это просто шок. Не надо. Чё, не знаю, я прям сейчас сижу, работаю, сейчас. У меня палец, пятерой палец работает, кнопку нажимает на микрофоне. Да не, я на самом деле работаю, ну, мне без разницы когда. Я если не буду работать, ну, там, то я сдохну от скуки. Блять, ну, твоя работа в чем заключается? Ты мало людей видишь перед собой. Ну да, мне похуй на людей, может быть, иногда. Сидишь где-то в подвале, там, блядь, до тебя не доберется ничего, никакая зараза. Я тоже так поработал, нормально. А что это за смайлик, кто это такой? Я РПГ. Чё? Блин, у Егора микрофон вообще тихо, вообще ничего не слышно. Я говорю, что это за смайлик, который зарабился, да, с Тюном? Что? А, Тюн. Что? А, это класс. Ой, бля. Но они, блядь, они не умирают от ракет, ебаных! Сука, Путин, ебани ракету, блядь! Я за тополем пошел. Леви, леви. Не, я не пошел. Бля, ты мне очень Пога напоминаешь. Он так же орал сюда. Даже голоса похожи у вас. Феникс. А сметанка это кто? Сметана. Трап какой-то, я не знаю. Спак говорит то, что это девка с членом. Ну так Спак сказал. Я придумал. Не проверял, Феникс? Ну да. Очень битый, убей его нахуй. Спак. Ай-яй-яй. Он все еще там. Ну все, я ебал, блядь. Так, все, мы играем, блядь, пятую карту, мне похуй. Это третья карта. Ну, блядь. Значит, 5 сыграем. Сметанка, ты откуда? Да это я. Ой, боже, давай, умри еще. Бля, хорош. Видим некоторым, а? Завидую людям в Крыму, на самом деле. Go come Levi, блять, что это за язык, нахуй? Да? Да я уже не хочу этого карты играть, это полная хуйня. Бля, я уже сидел на расслабоне, не травахардил, блять. Да? Ну да. Блять. В этом году просто был. Просто пиздец. Ой, в том. Ну так и не трайхард. А я, блядь, кому я только не рассказывал, просто я нихуя не помню уже. Red team wins the match. Вуди, ты, блядь, учил английский? Почему ты используешь
глагол разной формы. Ой, еще один алкаш.